я перед отъездом в Киев получила в подарок опять от тех же своих девочек-клиенток 6 или 7 пакетов отрезков, обрезков и разных отрезов ткани. Я хочу показать, я обещала показать их, я их сейчас покажу. Я их слегка-слегка разобрала, насколько мне хватило сил. Я сижу уже весь вечер, несколько часов разбираю. Очень хорошие, интересные лоскутики, маленькие, большие. В общем, даже с синтепона несколько кусков пакет. Поэтому я сейчас перевожу камеру и хвастаюсь, прошу прощения, а фонарик, но не хватает освещения. Дергаю. Это как раз возможность хейтерам. Ой, высказать в очередной раз свое мнение о том, как я дергаю неправильно своей камерой. Я приехала с Киева, я теперь уже дома в Донецке. Кругом хорошо, где нас нет, дома лучше всего, поэтому начинаю заниматься своим любимым увлечением и показываю вам свои лоскутики. А, еще я хочу напомнить, боже, я такая лохматая, сидела, перебирала. Хочу напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте, можете подписываться туда, там вы можете все делиться своими работами, может быть, что-то, что за мной повторили по моим как бы советам и... Ой, подружка моя пришла. По моим советам и по моим видео, пожалуйста, можете там делиться. Что еще? Что еще? Ну, все. Все, показываю лоскутики свои. Поздоровайся, ну поздоровайся, лохматушечка. Она соскучилась, не хочет от меня отлипать. Все, показываем наши лоскутики. Ну, начинаю показывать лоскутики. Обязательно кися моя улеглась, да? Ты моя помощница, что-то у тебя за волосинка тут на губках. Волосинка, лакусечка. Будем показывать лоскутики. Она так норовила влезть. Тут у меня лоскутики и здесь. И вот тут всякие, в общем, сейчас буду показывать. И она норовила кругом залезть. Я вот так слева направо и буду показывать. Это я вытаскивала из кульков. Это я сейчас буду уже вставать, собирать их. Значит, что я хочу сказать. Так, это платок еще сюда попал. Вот такой платок. Ну, они у меня спросили, если какие-то блузочки или платочки, девчонки спросили. Это мама и дочь, мои клиентки. Я говорю, мне все подойдет, я потом сама разберусь. Ну, вот попал платочек. И пара-тройка вещей недошитых. Это у их бабушки было, ну, мама-бабушка, было ателье. Ну, и по возрасту бабушки не стало, к сожалению. Ну, вот осталось такое наследство. Что-то они оставили себе, что-то они перебрали и предложили отдать мне. Ну, вот показываю. Это куски ситца, куски все новые. Просто буду перебирать, проглаживать по мере необходимости. Это будет, знаете, как на подставке, на пиццу. Это пойдет и на ланчматы, на прихватки. Ну, то есть, вот это недошитые вещи. Ну, я уже так рассортировала сразу в пакеты. Это вот подюбочник. Это недоделанное, недошитое платье на чехле кружевное. Вот это обрезки, потом покажу кусок. Ну, разворачивать не буду, но так покажу. Я так хотела какую-то сделать аппликацию, что-то пиццу какую-то, именно с листьями монстеры. Думала, может, я сама буду вырезать. Ну, вот я вам покажу. Мои мечты всегда сбываются. У меня кусок ткани с листьями монстеры. Ну, вот видно, да, вот такие обрезки. Кстати, это прям крой сметанный. Видите, то есть это у меня будет и небо, и море. Видите, до конца не доделано. Ну, то есть, она говорит, мы пытались раздать. Ну, кто приходил за своими вещами, мы раздали. Поэтому вот еще. А, это тот подюбочник, что я показывала. Ну, то есть, есть, видите, интересные такие. Гляньте, вот такой халат недошитый, очень красивый, очень. Ну, уже вытаскивать не буду. Такое самое интересное показала. Ну, и в основном вот такие нейлоновые куски. Ну, это все будет идти в пиццу, в обрезке. Вот тут белые шелка, атласы, тоже куски, отрезки большие. Ну, я их так оставлю, не буду разворачивать. Вот тут ситец, именно ситец для пэчворка, который подойдет. В основном цветной. Так, это кусок гипюра, который никуда не попал, и я его нашла. А, нет, это я даже складывала так отдельно. Это пойдет в шитье. Вот тут у меня кучка шитье. Я так рассортировала, чтобы для себя понимать. Видите, это кусок белого, вся в пыли.
Это кусок белого, прям такой большой, с метр, 1,20 м. Это чуть поменьше, такой голубой, видите, вот ну, полосочками такое шитье. Это кружево, это пойдет. Ой, есть у меня тут кулек, ладно, потом покажу. Немного вот таких кружев, тоже шитья такого вот какого-то цвета, винтаж. Кусочек льна. Ну, вот, видите, тоже я так отложила. Это у меня отдельно пойдет, я знаю куда. Это плотные куски ткани наподобие тик, потом здесь ситец. Ой, тесемочку раскрутила, потом закручу еще раз. Ну, вот, видите, такие хлопковые. Здесь просто шикарный, шикарный кусок бархата, расшитого пайетками. Вот, надеюсь, видно. Ну, фонарик включен. И сетка. О, есть. И сетка, расшитая пайетками. Вот один кусок, ну, 80 сантиметров. И вот этот где-то, ну, полметровый и по ширине. Дальше. Что тут у меня дальше идет? Это куски шитье. Такая стопочка. Это вот разный всевозможный гипюр. Здесь вот люрексовый гипюр. Вот такой темно-синий, видите? Ну и вот, вот такой. Так, теперь резкость наводись. Это кучка у меня трикотаж. Это шерстяной трикотаж. Красный, бордовый, синий, черный, синий, коричневый, такой красно-коричневый. А это трикотаж... типа вискозного, белый и синий. У меня скоро родится внучка, и вот я буду шить детские штанишки. Я так себе придумала. Это, знаете, вот как купальники шьют, вот это два куска. Это, ой, тут у меня и ноги, и руки. Это трикотаж. Два куска трикотажа. Вот это два куска, и вот это кусок. Ну, такой можно прям футболочку пошить. Это как что-то похожее на... типа габардина, ну такой тянущийся, вот это куски драпа, это я потом свяжу вот так, чтобы было видно все цвета в трубочку, как сказать. Вот тут более большие куски, внизу вельвет, а дальше идет эта каемка полосатая, это каемка бархата, два куска черного бархата, красный кусок бархата и два куска габардина, вот розовый и черный. Это все белое, красиво. 3-4 огромных отреза. Просто по цвету уже сложила. И тонкий такой натуральный шелк, синий и черный. Так, дальше. Это кусочки искусственной кожи и меха. Тут видите. Так, это... это я не придумала, куда вообще положить, и положила вот сюда. Это такой целый кусочек крепдышина, а это такая какая-то сетка кусок. Так, вот тут, смотрите, какой цвет красивый. Ой, мама дорогая. Вот, вот и вот, это два куска. Это что-то типа парео, обстроченного и недостроченного. Вот листья монстеры, вот он кусок. Ну, такой 1,5 м, но там с одной стороны подрезанный. И вот это ситец. Так, вот это я никуда не придумала, это я положу вот сюда, в горошек. Так, теперь, здесь просто красивые кусочки, посмотрите. Это просто будет пакетик, я сейчас посмотрю, что я сюда еще доложу. Гипюр пойдет к гипюру. Вот, ну тут помощница, естественно, моя. Вот эта ткань, она такая, тут два больших куска и два маленьких. Как будто бы махровочка, и тут такие, видите, пляжные... какие-то дамочки на шезлонгах лежат. Ну, то есть я подумаю, куда его применить. Вот это пакет синтепона и разных уплотнителей. Я так засыпала. Тут, видите, вот. Ну, в общем, пойдет, когда нужно будет объем какой-то делать. Так, вот это куски гипюра. Вот сюда куски гипюра пойдут. Ну, и вот это тоже тут такие искусственные куски всякие, видите. Большие, достаточно большие. Я так перебрала, пересмотрела, ну, решила, что это я так и оставлю. А это две недошитые блузы. Так, и последний пакет. И последний пакет. Да, здесь три недошитых трикотажных платья. То есть они там сметаны, видно, примерены были. Ну, может быть, это... я смотрю по тканям, знаете, может, это за несколько лет насобирались как-то. Ну, что-то там произошло, почему-то человек не пришел и не забрал. Ну, вот показываю вам еще раз свое богатство. Сейчас я буду
Сейчас я буду думать, куда-то вот тут куча была кульков. Я не люблю, когда так сильно в кульках каждая вещь. Мне так будет виднее. И буду думать, куда мне так сложить. У меня корзины есть. Ой, вон они, видите, три корзины. Сейчас я буду смотреть туда что-то. Это я приехала из Киева, еще толком не разобралась в своей мастерской. Ну вот, вот-вот-вот, на 10 минут похвастушка. Такая, боже, куда мне все это? Сейчас нужно будет быстро делать уборку. Потому что я с утра сделала уборку, как приехала. Ну, не трогая пакет. А теперь, конечно, нужно тщательно в этой комнате полностью все убрать. Все, девчонки, мальчишки, всех целую и обнимаю. Всех люблю. Подписывайтесь, ставьте лайки. Приходите в гости и делитесь в соцсетях. Все, сижу на полу. Буду заниматься уборкой. Всем пока.